Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Итак, специально для паблика «Достойные фильмы» сходил, посмотрел «Риддик». Ну что, во-первых, у меня было две мысли основные. То есть, ну, все-таки пришла информация, что Вин Дизель не гомосек. Я, блядь, надеюсь, что он не гомосек. Блядь, Риддик не может быть гомосеком. Гомосеки, я их сколько допросил уже, все, блядь, слюнявые пидорасы. Все, Вин Дизель не гомосек. Смотрим фильм. Значит, очень крутой. Ну, реально надеюсь. Значит, во-первых, у него очки, как у меня, в бассейн ходить. То я в них теперь буду ходить постоянно. Короче, ну, несколько мыслей основных. Вот, мысль, которую я тоже крутил, первая, что Вин Дизель все-таки не гомосек. Вторая мысль, вот, опять двигать надо. Все, он за мной следит, следит за мной. Только я начинаю сразу. Короче, вторая мысль, что... Вот фраза «самое большое преступление, которое я совершил, стал цивилизованным». Да, быть цивилизованным – это преступление, поэтому надо всеми силами стараться быть не цивилизованным, но не сесть и уметь оттуда убегать. Вот такая вот ситуация. Я его тоже допрошу когда-нибудь. Короче, мало того, что... А, еще там, два корабля наемников. На одном корабле, короче, такие они более дикие немножко, наемники, ну, беднее. В общем, у них педик, молодой педик, который читает Библию, все время молится. А на другом корабле наемники побогаче, у них там тёлка с собой такая, спортсменка такая, пиздатая. Вот, то есть здесь вот виден уровень. То есть, ну, победнее взяли с собой малолетнего гомосека. Вот, значит, в итоге Риддик почти всех перебил, тёлку отъебал. Ну, не может быть гомосеком. Еще раз повторяю. Смотрите кино, не пожалеете. Заодно подписывайтесь на мой канал на Ютубе и от паблика ВКонтакте. Короче, блядь, если вы отписались от моей страницы за те две недели, что я был забанен, то анафема на вас и на эту планету. До новых встреч!